Жительки Херсону Світлана і Оксана Шваюк майже 9 місяців провели в окупації. Тим не менш, за цей час вони не втратили віру у себе, а головне – свою українську гідність. І своїми спогадами поділилися в спеціальному інтерв'ю. Світлана, Оксана, от почнемо з того, що близько жінкам. Як воно було, от, побутові проблеми, які виникли з перших днів війни? Коли почалась війна, було 12 чоловік. Приехала старшая дочка с мужем ее, и с собой привезли еще соседи из подъезда. И получается, своя семья плюс чужие люди. И так все 12 человек жили, ничего. Мы не знали даже, просто из-за того, что мы не знали, что нас ждет, как оно бахает. Начинались взрывы, и мы все бежали в подвал. Самая маленькая, 4 годика, мы ей там сделали кроватку, и там она спала у нас. И мы там все сидели. Світло, вода, газ – це було? Це все було. Це було у нас. Тоді це ще було. Хоча ми не знали, що нас чекає, ми запасалися, де які пусті бутилки не вибрасили, не наливали водою. Все літо ми тримали цю воду в бочках, в бутилках, тому що ми не знали, буде вода, не буде. Ми просто запасалися і готувалися к тому, к самому худшому готувалися. А як з продуктами? Дітки хотіли сильно сладості. Продукти у нас якби свої є, ми заготовили. Первый месяц, вот февраль-март, когда с продуктами магазины позакрывались, нечего было, нам очень помогали активисты поселка. Они привозили хлеб, раздавали и ездили на вот этот курятник, который вот птицефабрика. Птицефабрика была взорвана, да. Они ездили, рисковали, они набивали этих курей, привозили, раздавали людям этих курей битых, люди патрали их, ели. Они ездили на речку, ловили этих рыбу, эту в марте месяце холодина. У нас есть такая группа поселковая, они делали объявления в этой группе, что прийти на стадион в такое-то время, только со своими пакетами. Каждому там по 3 рыбины в руки это мерзло раздавали. Просто вот обеспечивали, старались, обеспечивали. До нас Дима Сусак, он все это обеспечивал, помогал выживать первое время. А потом уже, когда начали работать магазины, когда уже начали завозить эти русские продукты, ну, мы старались их не куплять. Даже вот эти вот русские колбасы, этого на них смотреть было страшно. Мы старались где-то какую-то мелитопольскую, бердянскую. Пусть они же тоже были в оккупации, но их продукцию доставляли. Старались покупать мелитопольское молоко, бердянское, русское не брали. Чи відомі вам випадки знущання над нашими українськими хлопцями, дівчатами, до яких тортури застосовувалися? Кума нашего забрали, вот просто не знает. Просто стоял, разговаривал. Стоял, разговаривал, что-то лишнее сказала. Шла мимо женщина, услыхала, сдала его оркам. Его тоже забрали в подвал, он просидел там почти месяц. 9-го его забрали, 1-го выпустили. Первый день избили, руки были чистые, не видно было побоев, а под одеждой побои. Тоже неизвестно за что. Вот до выяснения обстоятельств, толком ничего не рассказывали. До выяснения обстоятельств задержали. Не то что-то сказал, не так кому-то ответил. Да. Еще какие-то выпадки можете еще такие? Ну, Андрей до сих пор в подвале сидит, потому что... Молодая семья, мальчик занимался волонтерством. Ну и словили в подвал, и сейчас до сих пор сидит на той стороне Днепра, не знают где. Жену освободили, выпустили вернее, тоже она и пытки там и обливали, и поток подключали ее. Для того, чтобы он сказал, сдал своих, ну, с кем он сотрудничал, и на его глазах пытали жену, чтобы он сказал все это. Ну так, де він до сих пор, не знаю. А мало місце маленьким якимось радостям, таким чисто українським? На 8 марта наші мужчини вирішили нам зробити подарок. Яким образом заказали цвіти, доставили нам цвіти. Шарики жовто-блакитні і цвіти жовто-блакитні. Был такой сюрприз неожиданный. Мы не ожидали, что будет у нас такой праздник. Нас поздравили. И они, как они его ховали, мы не знаем. Потому что если попались, то не даже знаем, что было бы. И когда мы дома сфотографировались, мы боялись всем показывать фотографии. У нас радость была на душе, но мы боялись показывать это. А на блокпостах проверяли телефоны, поэтому мы их оставляли дома, чтобы фотографии не увидели у нас. День перемоги, ну, день звільнення Херсона. Ой, это мы не верили. Мы не верили, когда нам сказали, мы быстро, у нас транспорт же не ходил, и мы быстро сели на велосипеде с текстильного поселка до Вечного Огня. Мы ехали по всему городу, весь город был во флагах, все кричали «Слава ЗСУ, слава переможцам!».
Вот. И мы вообще мы на поселке мы даже не верили этому. Ребята, спасибо вам! Нам обещали, что Херсон освободят без выстрела. Ну, так и получилось. Мы даже не ожидали. И мы думали, что освободят, но не скоро. Ну, просто была неожиданность такая. Дякую вам за вашу сміливість і відверті відповіді. Дай Бог зустрінемося після перемоги. Да, наверное, до общей. Мы за Херсон вымолили, может, теперь всю Украину отмолим. Да. Дождемся полной победы.